Привет зрителям! Мы продолжаем проходить восьмой раз Bloodborne. Спустя полугодовой перерыв. Такс. Ну да. О, мы приходим в отличную локацию. Это Бюргенверт. Собственно, отсюда начинается история Bloodborne. Иди нахуй! Ах ты жопа. Бля, сейчас безумие меня убьет. А нет, не успела. Такс, такс, такс. По-моему, да. Чуть ниже смогу призвать. Паниша. Где там? Да, блять, в обратную сторону побежал. Яла, беседа. Макс позвонил. Собственно, с Бергенверта началась вся история Bloodborne, когда ученые этого института, по сути, обнаружили птумерианские подземелья. И там обнаружили великих, одна из них Эбраэтос, с которой, надеюсь, мы сегодня сможем все-таки попасть. А вторая — это паучиха Ром. О, протовас. Поняш. Вторая — это паучиха Ром, к которой мы, собственно, сейчас бежим и будем ее убивать. Ей! Что это за костюмчик у тебя? Ну ладно, побежали. Здесь эти мерзкие... Вот эти Василиски. Ой, а это высасывает мозги. Да уже убил. Го дальше. Такс. И здесь будет огромная скалопендрия. Вон она там ходит. Да, я просто забыл, что здесь еще Василиски сверху. Нет, 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 нет. Блять. Ой. Так, го пиздить скалопендрю. Да, блять. Ай! Ну. Да, сука. О, пиццерезка. Офигенное оружие. Так, здесь еще одна сцета. Мразь. Блин, надо бы тоже потом пиццерезку взять. Идеальное оружие, чтобы убить босса, который сейчас будет. А протовасту умный. Ну ладно. Жемчужный слизень, полезная вещь. Так, сейчас здесь будет сильный вот этот, да.
Да, блядь. Так, сейчас тоже возьму пиццерезку. Так, по-нубски. Проиграть так. Сейчас быстренько надо бегать. Забрать пиццерезочку. А, стопэ, что есть брать, там в этом в инвентаре должно быть. Ладно. Ну-ка. Ну да. Нет. Не вместо этой. Это у нас Людвиг. Да, Людвиг, пиццерезка. Отлично. И заберем. Та-та-та-та-та-та-та. Молниевая бумага нужна будет. Все, побежали. Проливали. Пиццерезочка. И нам нужна будет молниевая бумага. Огненная нахер не нужна. Это тоже, в общем-то, нахер не надо. А вот что потребуется, это, наверное, успокоительное. Что? Идите в жопу. Какой-то. А? Да блин, какой блад... А, так я и так в Бладик играю. Мне тут какой-то Матвей пишет, что его Бладик. Никуда. Он там пошел всех убивать, что ли? Да блять! Чувак, мы уже и так играем, сорян. Души. А, там же надо собрать сверху. Из лунария. Чувак, я уже играю с кем-то. Мне тут все написано, какой-то Матвей. Если кто-нибудь знает, кто такой Матвей Игнатюк, напишите ему, что я уже и так играю. Ключ от лунария, все, побежали обратно. Мастер Уильям. И мы спустились к боссу. Нет, 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 идите в жопу. Так, ловим. Опять ром. Да, блядь, не надо переключаться. Так. О.
ты жопа! Нет, 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 нет! Блять, не успел. А, и нас двоих убили. Надо аккуратно. Бля, у меня на пиццерезке стоит какая-то руна, которая убивает у меня здоровье. Тут я думаю, чего у меня здоровье пропадает? Кек. Ну ладно. Пусть понять будет, значит, пиццерезка, а я буду со своей обычной пушкой. Она у меня, благо, заряженная, просто как нефиг делать. Ладно, пробуем. А, здесь лучше, кстати, не брать в этот захват. Да, блять, отцепись от захвата-то. Нормально, мы ей так здоровье-то потрепали. Половину почти снесли. Так, где там, где? Блять, что-то не вижу. А, вон далеко. Ах ты жопа! Не-не-не-не-не-не-не. Лечить, лечить, срочно. Оп. Он жопа пидорская. Ах ты ж пидор. Ух ты. Мразюка. Ах ты ж блядские пауки. Блять.
Ах ты ж падла. Нет, не, 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 не. Не, чё? Какой? Ай, я твою мать! Давай! Давай, блядь, ну давай! Ай, я... Нет, не, 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 не. Давай! Давай! Килься, килься! Ещё один удар, по сути, остался! Нет, нет, нет. Ух ты жопа. Еее. Выкатите, мрази. Фу. О, бля. По красоте. Так, осталось найти, где здесь костер, по-моему, в смысле фонарик. По-моему, где-то здесь. А, это, кстати, принц, как его там? Забыл, как его зовут. Фу. Да. Она, собственно, хранительница кошмара. Это паучий хром. А, надо забрать свои души. А, я что, в деревне Яргу? Блять. Да, в деревне Яргу. Ну, сука. Ай, блять. Где там фонарь-то ближайший? Где-то рядом должен быть. Ой, блядь. Они... Прикол в этой локации в том, что они оживают. Надо убивать... эту... женщину... с... колокольчиком. Сейчас мы сначала вернемся, заберем Сашу и души. Случайно уронил. Так, надо починиться быстренько. И побежали за душами, которые я просрал в предыдущей локации. Озеро лунного отражения. Только где их искать? Ну, это огромные локации. Твою мать. Как иголка в стоге стены. Это что? Это костер. Ну, ёбаный насрал. А, не, вот кажется, ну. Да-да-да, вот они. Юху! Да, 320 тысяч, между прочим. Не кот наплакал. Так, надо в Ливерпуле. Луна, метан, да. Да, вот точно. Так, ты в Ливерпуле.
Дужки забрал. Интересно, хватит у меня, чтобы... О, как раз хватает. Отлично. Так, с оттенок крови, либо... Ну, пусть будет оттенок крови сейчас. Шикарно. Озеро Луна отражения, здесь мы уже были. Вот, Яргу. Так вот, самая жопа этой локации в том, что все враги здесь оживают, пока не убьешь женщину с звоночком. И это папаца как бесит. Ну, я думаю, вдвоем с Панишом мы тут сейчас всех вынесем. Надо поменять оружие, это мне нафиг не надо. Поставим лучше. Нет, нафиг. Чикаго. О. Ей. Че, побежали? Ух ты ж, блять. Ой, блядь, так, надо главное амигдалу пробежать. Да блять, кто там еще стреляет? Этот же, что ли? Так, где-то наверху должна быть эта женщина, которая... Вон она. Иди сюда. Которая не позволит им возродиться. Где там, понятно? Блять, я не помню, куда там надо идти. Здесь, по-моему, проход где-то есть. Да, вот он. Ой. А здесь эти сумасшедшие бабки вот там. Ай. Твою мать. А куда бежать-то, кстати? Что-то я не помню. Во. Молниевая бумага. Нет, успел. Такс. Нам сюда. Надо успеть взять вот здесь направо. Где-то. Да. Опа. Блять. А, нормально, в принципе. Ой, бля, ой, бля. Так, съесть. Ключ к этому взял. Твою мать. Вот так надо делать фистинг. Так, ладно, надо где-то дождаться, значит, Паниша. Ох ты жопа!
Блять, я совсем забыл про этого сумасшедшего деда здесь. Пидор. Малый танитрус, отличненько. Правда, он мне не нужен. Что у меня их, по-моему, штук там 5-6 скопилось уже. Но все равно приятно. Такс. Ну, надо бежать к другому фонарю, значит, уже. То, что понишая встречать в самом начале, это самоубийство. Чистой воды. Бежать. Нам сюда. Сейчас там будет еще очередная толпа этих безумных бабок. Мы их всех оббегаем. Да, потому что сейчас амигдала начнет стрелять лазером. Опа, опа. Ай, блядь. Бежим. Ура. Фонарик. Ух, по красоте. Такс. У второго фонаря уже тогда. За амигдалой. Так, может я вас. Хотя нет, хер с ним, здесь подожду. Такс. Что мне надо? Шоколада. Успокоительное мне здесь нафиг не надо. Противоядие ничего это не надо. Проливали. Это все фигня. Все фигня. У нас здесь будет босс. Собака, по-моему. А, нет, там будет мерзкая скотина. Ладно, возьмем огненные бумаги в том числе. Ну все, подождем Паниша. Ух, плотненько. Марко? Сладенький. Блин, надо было отключить эту секцию с комментариями, она только мешает, сам никто комментариев не пишет. Кстати, да, надо пока ждем выйти посмотреть на красоту. Вот амигдала. Такая шестиконечная. Взирает на кошмар. О, вот и протовас. Красная луна. Обосраться красивая игра. Ну-ка, сейчас. Блять. Да блять. О. Все, жду. Стой, ребята, я просто сделал. О, Валерия. Привет. Лера. Так, все, го. Вот еще раз амигдала. Привет. Здесь эта баба где-то там находится. Да, блядь. Эй, Педик, иди сюда. Не. Да блять. Оп. Так-то.
Здесь еще, по-моему, какие-то педики должны быть, нет? Нет. Ну, зато 8 этих пузырьков. Да, здесь нерабочий этот, как его. Здесь, по-моему, открывается с другой стороны, да, а здесь очень мощные вот эти чуваки. Ну, давайте попробуем. Он, их, по-моему, здесь трое. Да, трое. Пидор. Ой, блядь, 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 блядь. Блядь, я за один с тремя не справлюсь. Пиздец. Их, конечно, можно побежать вообще, но это как-то не спортивно. Нужен челлендж. Одному с тремя, конечно, вообще не справиться, ну, по-любому. А вот вдвоем против них троих, это вполне возможно. Ну, либо по одному как-то выцепляется, можно потом справиться. Это долгий геморрой. А вдвоем, в принципе, это возможно. Тактика точно такая же, как с предыдущим, предпредыдущим боссом, где было трио. Сначала милишных выцепляем и на заряженной атаке их убиваем, точнее на контратаке, и потом этого огнем, который дышит. В смысле пуляет оранжевика. Блин, ехал на самокате сегодня с работы, какая-то херня попала в глаз, до сих пор чешется. Где там? Блин, он что там? Ну? У этого... Да, твою ж мать. Похоже, портовас очнулся сразу же там. Поэтому мы просто отбежим. Да блять! Блять! Че это стало вот? Сраная собака! Да, капли должны быть, но... Нету. Ай. Так. Ладно, призываем. И по пути убиваем собак, значит, только. Остальных к черту. Собаки мерзкие твари эти. Да, блядь. Ай! Сука. Да, блядки, это ж натрал, да? Такс. Где поняш? Его еще нету? Ой, этот пидорас сюда решили побежать. Ну, отличненько. Большое благо сюда не залезет, а я вообще позвонил в колокол. Да, позвонил.
Ну, не днем попал, еще вечером попал, когда я обратно ехал. Ну да, неприятненько такое. Найди ребенка, прерви его истошные крики. Так, что нам здесь может помочь? В принципе, это оружие, наверное, самое подходящее для этих педиков. Надо только смертельную атаку. Да. О. Отлично. Го. Блин, что я не вижу? Где эти педики вообще? А, вот. Блять, не-не-не-не-не-не-не. Да блять! Ну что ж вы будете делать? Ладно. Ай. Так, там мрази. Да блять, заебал стрелять. Я забыл, я вызвал. Да, вот теперь. Ну давай, иди сюда, педик. Иди, так что сам просил? Легко. Да блядь, да что за хуйня? Я 8 раз вообще-то уже проходил эту игру. Ай! Да сука ж ты в нас раз, ты ебаный в рот. Для 12. Норм. Но мы играем для фана, а не для того, чтобы в очередной раз пройти. Бля, чувак, я не прошу советов, а мы играем для фанов. Нет, у нас именно прикол в том, что мы хотим ради челленджа. А чего у меня так все подзависать начало? Ааа, Сони, ты чего? О, кажется, отпустил. Эй, блядь, сука! Ах ты смотреть. Да сука, что ёб твою мать. Ладно. Да, эй, вы что, сейчас сверху, может? Так, ладно.
Минус одна мразь. А я забыл позвонить. Ладно, сейчас отсюда позвоним. Оп, оп. Да, блядь. Иди сюда, педик. Надо куда-нибудь наверх вытянуть. Где побольше пространства будет. Хотя похер на самом деле. Наверху эти стреляют. Тоже такое себе. Что, либо наоборот в узкое пространство затащить и там уже заспамить. Может, я его ЧКГ лучше побью? Интересно. Сейчас посмотрим. Так, где там портовас? О. О, понеслась. Такс. Давай какой-нибудь один из вас должен быть, по-моему, внизу вот там, да. Ах, давай. Выкати, мразь. Ай, блядь, стамина не хватает. Ах, точнее, нет, нет, нет. Ух. Нет, ЧКГ, так себе вариант. Да, блядь. У меня опять начинает тормозить. Ух. Наконец-то, блядь. Фух. Ладно, это было относительно изи. Ну, я, конечно, отложил по кирпичиков, когда у меня вдруг резко все начало тормозить так, что как будто... Ну, у меня как будто не прошка, а там какая-то фатка еще доисторическая. До сих пор, кстати, подтормаживает, не знаю, чем связано. Видимо, стрим как-то... Гы-гы-гы. Видимо, стрим как-то странно работает. Так, пойдем-ка откроем сначала... алло. Так, он похоже пошел сразу пиздить босса. К боссу. Да, блядь. Сука. Кек. Ну, я как раз успею бегать, открыть этот, как его, проход. По-моему, здесь проход не отсюда открывается, а, да, блядь, сверху, точно. Забыл. Отсюда, да. Так. Да, блядь, отъебись. А, нет. Нет, отъебись. Так. Значит, видимо, все-таки... Где там проход-то? Я забыл уже совсем все. Куда-то там надо, видимо, дальше побежать. Да, за этим, по-моему, бегу. Вот здесь. Отъебись. О, кстати. Так, судя по всему, чувак уже пришел, поэтому опять спускаемся вниз. Та-та-та-та-та-та-та. Да, там по пути можно тоже выпрыгивать, и там будут всякие ништяки, но нам это все не нужно, поэтому... А где, интересно? Поняш? Где понишату искать?
Понял, ты где? Я полагаю, что он, конечно, идет куда-нибудь к боссу. Ну, в принципе, можно пока говна собрать. Где-то здесь. Черное тень Аргума, да. Знание безумца. Знание безумца. Еще одно. Стрим задержка больше 10 секунд, кстати. А, ну это да, это классика жанра. Такс. Питер Паркер, шалом. О, да ладно. Поняша. Ой. А, вот он. Пидор вонючий. Так-то. Интересно. Где он появится? А, вон. Ей. Так, у нас есть два варианта. Либо бежать убивать собаку электрическую, либо бежать убивать босса, который основной, который похож на блевотину. Ну, судя по всему, мы бежим убивать босса, который похож на блевотину. Ничего собирать не будешь? Такс. Нет. Так. Здесь, кстати, если встать, куда-то это, как ее там, твой перенесет. Амигдала, но зачем нам сюда? Так, бабища. Так, спускаемся вниз и бежим, собственно, к боссу. Босс там простейший. Хотя, посмотрим, как будет на НГ плюс 9. Ну, призвать мы точно не будем. Все, побежали. Этот босс... А, его не пустят, пока я не... Босс похож на блевотину. Не, я прохожу уже 9, по-моему, раз. Или 8 раз. Но мы чисто для фана с другом играем. Просто так, побегать, поубивать. Плюс мы оба с другом не играли в эту игру примерно полгода, даже может больше. И вчера что-то решили попробовать вновь. И вот. Проходим потихоньку. Да. Отличный босс. В смысле, очень простой, но мерзкий, я ебал. Сука, как такое можно было придумать? Просто рвота. Я сейчас не помню, что на него лучше работает, молния или огонь. Кто не помнит? По-моему, молния. Пиздец. Блять. Да, блять, надо было бабок сначала поубивать. Ай.
Yep. Нет. Все-таки на него лучше огонь действует, видимо. Попробуем с огнем. Да блять! Оружие мужчины, оружие не знаете. Ах, точно, я забыл, что здесь такая атака у него есть. Почти ауешная. Сейчас облили меня говном. Ой-ой-ой-ой-ой! Сука! Как можно было на нем умереть? Ну, ладно. Так, может быть, я успел быстренько мог встать, бегать, починить оружие. Что с нами, ребята? Да мы давно не играли, полгода уже, считай. Спустя все это время. Так, есть у меня что-нибудь использовать? Да, let's go, все починим. Ох, 18 тысяч вообще не деньги в данном случае. Часов наверху. А поняшь, интересно, где появится сразу там. Ой, блядь. Ой, блядь. Мышь вообще получается в начале. В смысле, я. Ладно. Скоростной забег. Эй, алло. Блядки собаки. Отъебитесь. Сука, стамина на исходе. Давай, 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 оп. А смогу, интересно, напрямую пробежать? Просто как... Ох, вряд ли, ох, вряд ли. Блядь. О, блядь. А я, кстати, позвонил? Блядь, я забыл позвонить. Сука! Не, я позвонил. Да блядки, отъебись. А, заебись, наконец-то. Побежали. Сука.
Блять, застрял. Ладно, бьем так. Блять. Босс в первую очередь на позиционирование себя в пространстве. Души, кстати. Блять. Ай, отбегаем, 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 отбегаем. Или нет? Нет, это не та атака. Блять, говно посыпалось. Хилимся. Ах ты ж, давай, 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 давай. Успеем? Нет, не успел. Блять. Сука, застрял просто в боссе. Ладно, это было легко. Ладно. Так, ну ладно, надо пойти починиться и может даже уровень качнуть еще один. Так, сначала чинимся. Теперь качнем уровень. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Так, ну мне по идее, наверное, также оттенок крови. Что у меня осталось? 160 тысяч. Можно какой-нибудь херни накупить, типа огненной бумаги, еще больше. Пусть будет огненной бумаги штук. Штуки 4. Этой херни штуки 4. И на остатки пусть будет. Ну, хелзы пусть будет, окей. Такс. Что у нас дальше? Кстати, забыл, что дальше. Ладно. А, сейчас этот, что ли? Как он там, университет? Блин, все забыл. Да, лекционный корпус. Да ладно, здесь нельзя. Кек. Здесь нельзя. Да, здесь нигде нельзя. Отсюда мы можем быстренько добежать до кошмара Менсиса, на самом деле. Да, побежим к кошмару Менсиса, этих трогать даже не будем. Пошли они в жопу. Там все неинтересно. Опа.
Так, давай. Да, и на эволюционном корпусе не законнектится. С чувачком. Так, в кошмаре Мэнсом. Можем ли мы? Во-первых, пойдем-ка откроем ближайший фонарь. А вот там где-то в жопе мира. Около какого-то там педика. Ладно. Так, фонарик у нас ближайший. Вот здесь должен быть. Да. Так, здесь я, по-моему, по идее должен... Да, здесь могу призвать. Позвонил. Так, ждем друга. О, надо сейчас на этом уровне забрать кровавый камень. Надо здесь кровавый камень забрать. Мы еще просто в чатике одновременно пишем. Не знаю, есть кто-нибудь еще в стриме, кто не из чата. Поэтому я тут периодически отвлекаюсь и пишу в чатик. Да, небо генское. Да блин. Так, сейчас главное быстро пробежать, потому что здесь око. Да блять, отъебись. Вот здесь уже можно. Проходи. Ай! Так, здесь великаны, я не знаю, чьи их убивают особо. Они как бы бестолковые. Ну, не знаю, я вообще побежал сразу туда, к этому. Открывать ворота сначала, а потом мочить великанов. Ну, похоже... Похоже, поняшь со мной заодно. Вот здесь огромная большая хуйня, да, огромная получила. Ну, можно их убивать по одному с угла. Эй, пидор. Да, блядь. Либо вообще похуй. Нет, не-не-не-не-не-не. Сваливаем. И по одному выносим маленьких педиков. Ай, блядь, да ладно. Лол.
Ну, правильная тактика, на самом деле, выводить их мелких сначала по одному, а потом начать большого. Мы решили. Точнее, я решил. Так, ладно. Нет, что раз мы вдвоем, то понеслась гуляй рванина. О, кстати, здесь на ЧКГ не потребуется. Здесь можно поменять таки на пилу. Та-та-та-та-та-та. Где там? Поняшка, пони, как красиво в Чечне. О. Я вообще на самом деле, блин, жаль, меня пони не слышит. Я вообще предложил хер с ними, с теми, кто-то есть на мосту. Так, монетки. 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 Блин. А что, нельзя собрать? Алло. Блин, нельзя пособрать монетки. Кек. Так не собрать. Это не лучший подарок, это лучшее издевательство. Сука! Ну ты мразь, а? Пошел в жопу. А ты ж пидор вообще. Да блять, не-не-не-не-не. Блять, ничего сделал, тупо не успел. Так, ну-ка, сначала этого педика убью. Да блядь. Блин, так громко на самом деле. Ну да, мне ничего же не было. Чуть не ёпнулся сам. Так, смотри, где там?
Так, с безумия должно чуть-чуть упасть. А, ну, хотя нормально. Хватит, чтобы добежать до того края. Так, ну можно чуть-чуть захилиться. Ой, блядь. Змеи ебаные. Эти хуй с ними. Тварь, блядь. Так, ну чё, они должны я типа где по одном. Вот, да. Ты ж мразь. Чё, где ещё? Ещё есть? Или все? А, вот все. Так, где эта мразь? Ух ты ж, блядь. О, молодец. Так, где бобень-то, кстати, я забыл вообще. Сука, блядь, фидер кидает монеточки. Знаете что? Знаете что, меня это подкупает и бесит. Я слышу этот звон. Не дает мне покоя. Ну ничего, я буду спокоен. О, все нормально. Ты ж пидор, а? Ай! Так, здесь эти мелкие слепые педики. А всякую херню собирать особо смысла нету. Ой, блять, стамина закончилась. Время потратил. А где протоварство? Внизу что ли? Или где? Что-то догнать не могу. Как ты шмрать? А, он где-то наверху, походу. Этих мелких педиков убивает, похоже. Да. Так, здесь будет еще одна бабка. И, по-моему, даже две бабки. Вот одна. Ах ты ж пидор! Блять. Опа. Да, блять.
сука! Ладно, пиздец, сразу бежим. Да ладно, шуркат открыл где? Который под клеткой. А, все понял. О, ништяк. Тот, что ли, который... Не, подожди, невозможно, чтобы он там открыл шоркат. Да, блядь. Я серьезно, я открыл. Нет же. От фонаря нужно. В смысле назад? Что там за шоркат? Чё-то я вообще не помню. Или все-таки про этот он говорит? Направо. Ну да, значит про этот. Ну да, понятненько. Так, я позвонил? Да, позвонил. Да, да, точно. Ну, ок, внизу ждет. Кстати, фонарик забыл. Блин, кондиционер вроде работает, но все равно жарко. Что за херня? Да, блять. Пытаюсь все на... Фистинг.
что ничего не изменилось, ну и хуй с тобой. Пидор. Все, продолжает кидать монеточки. Блядки, а? Все никак не могу поймать фазу. О, наконец-то. Так, там мразь. Такс. Ух ты ж, пидорасики маленькие. Так, туда нам не надо, пошли, значит, сюда, да. Так, подожди-ка, наверх, по-моему. Блин, я вообще забыл этот уровень. Да. Да, блядь, ёб твою мать, собака странная. Пришивая. Так-то. Ну, все. Да, вот там наверху еще пару мразей. И мы пришли к... А, кстати, подожди, надо открыть это, да. Точно, точно. Правильно портова сделает. Дождусь его здесь. Открыли шорткатик. И мы опять пришли к боссу. На этот раз к Миколашу. Он на самом деле простой, но невероятно заебный. В том плане, что у него АОЕ атака, что убивает он чуть ли не с первого раза. И это пиздец как бесит. Так, подожди-ка, надо... сейчас. Все, погоди. Видимо, он хочет тоже использоваться этими. Есть один хак. Блин, где у меня? А, вот отравленные ножи. С помощью которых можно убить прям по изичу. И хак состоит в том, что надо кидать в него из определенного места отравленными ножами. Вот, видимо, поняшка как раз ищет тоже отравленные ножи. Так, у нас будет 40, и можем вообще убить, даже не напрягаясь. Все, взял отравленные ножи, ну да, так я думал. Надо будет аккуратно. Да, да, понятно. Как обычно, короче. Так, все, го. Мерзкий боссишка. Так. Хотя можно это вообще не убивать. Так.
Блять. Ауе. Так тупо не успел нажать. Тупо не успел отпрыгнуть. Да, здесь лучше его мочить не тяжелым оружием. А че вообще парень мячик как есть, надо его че какой. Ладно, бог. Угу, я тоже. А, так, может быть его лучше не этим, наверное, все-таки ЧКГ. Ну да. Ну, залезай, давай. Сука. Поотжимаемся? Пидорас кидает монеточки. Питер. Можно их на самом деле тоже нахер не убивать, ну ладно. Ладно, будем аккуратнее, постараемся, по крайней мере. Ах ты, ёб твою мать, попробуем аккуратнее, называется. Сука. Да, эти ауешные его атаки вонючие. Сейчас мы найдем, я чувствую, как... Надо, чтобы кто-то один убивал этих. Как их там, скелетом? Сейчас мы будем записать. Ой. А, блядь, зачем я это делал? Сука, ну ладно.
мыши, я жду понеша. Марко, иди сюда. Иди на кровать. Нет, не хочешь? Ну ладно. Удивительное дело, собака не хочет на кровать. Что творит? Ого, сразу сюда бежит. Внезапно. Да, блядь! Ну как так можно было? Так, стамина. Нет, оп, сука. Эй. Так, вторая фаза. Только я забыл, в какую сторону бежать, вот сюда. Да, блядь, отъебись. Этих педиков нахуй, этих педиков нахуй. Сразу же. Такс. По-моему, наверх. По-моему, отсюда сюда надо. Протовас там интересно где. Или надо еще раз не наверх забежать, чтобы он потом спустился в нужную нам хуевину. Вроде да. Да, вот теперь можно идти туда вниз. И уже воспользоваться хаком. Блять, я чё, проебал эту фигню? Не, не должно быть. Похоже, да. Твою ж мать. Его как-то можно загнать обратно. Ground us eyes. Ground us eyes.
Так, не появился он там вновь. О! Блять. Ах ты ж, пидор. О, все, ждем. Самый читерский чит против этого питерского босса. Ждем. Блин, еле почти не отнимает здоровье на самом деле. У меня осталось 11 ножей. Ну еще окей, еще у протоваса. 20. Самый скучный бой, уверяю. Дальше ничего интересного не будет, мы его так примерно, наверное, и добьем. Хотя посмотрим. Не, ну хватит, 100% хватит. У меня еще 8, еще паниша 20. Я предупреждал, это будет скучнейший бой. Ну и босс пидорский. Следующий за ним уже будет интереснее. Кормилица, как в этом. Хотя не думаю, что надо к ней идти. Я думаю, надо идти и убивать Брайтас. Вот на и Брайтас мы точно будем долго ебаться. Учитывая, как мы сейчас то нубасим.
то уж там точно. Мои просто хавал, видимо. О, принеслась. Вот, ладно, попал. А у меня отражает, что ты не попал. Ой, простите. А что значит мастерство? Убивать босса одновременно и записать чатик. Чек. Ну, я полагаю, что все. Да. А что называется MLG? Так, сейчас вспомнить, куда там бежать-то надо. Сюда или сюда? Я забыл вообще напрочь. По-моему, сюда. Нет, не сюда. Да, вот. Ну да, там надо штука сторонку. Ну, в общем-то. Что еще раз призывать? Нет, пойду-ка сначала качну уровень. А, не-не-не, стопы. Мне нужна сохранёнка здесь. Блять, у меня флешки нигде поблизости нет. Потом. Я не могу здесь призвать. Так. Опа-на. А, я же не умирал. Точно. И даже не переходил на другой уровень. Ну, правда, зашибись.
Так, шорткат надо открыть. В смысле, сейчас устройство не работает? Его разве не отсюда открывать? Оно открывается с другой стороны. Это вот этот шорткат. Ладно, не влезаю. Да, тот шорткат это уже откормилица. 395 тысяч, не хотелось бы столько проебать-то. Отлично, шорткат открыт. Теперь мы пора мочить очередную порцию трех из ларица. Знакомых с лица. Пошли. Пошли за камнем. Да, нормальная тема. Нет. Блять, умер. Потому что прыгать надо на подъеме. О. Так, ребята, мне надо в туалет. Так что потерпите. Снова здравствуйте. Так, снова призвался, А, да, вот. Давай я первый. Вот нам нужно вот в это окошко, но неправильно делать, прыгать туда со спуска. Правильно делать, прыгать туда с подъема. Но сейчас я уверен тоже прыгну, следует. Ага, так-то. Так, мне нужно зафигачить успокоительное. Это можно вообще убрать нахер. О, молодец.
что нет? Кладбищенский, все серьезно. Ну-ка, от у нас самое главное это тайные атаки, по-моему. Да ведь? Да. Нет, сопротивление безумия, смотрите, кого выше всего. Сопротивление безумия 40. Вот я и говорю, у меня самый лучший. О, кстати, одеяние охотника 56. Перчатки охотника. Это самый высокий получается. Высокий резист к безумию. Проверяет, прав ли я. Можно пока. Блин, на наушники почти сели. А кабель коротенький.
нервочки. Так, где там эта сволочь? Вот она. А так лучше? Напишите в чатик. Отлично. У меня просто почти села батарейка в микрофоне. Ну что в микрофоне, в наушниках. Просто подключиться, а кабель короткий. Так. Окей, мозга больше нету. Прям как у меня. А, где там? Вот. Жду тебя наверху. Какой хороший. Наверху где? А! Где должно быть? Ой, простите. Жри марку. Ну хотя да, правильно. Это марку. Марку отложено. Походу этого, как она, метка отважного охотника. Так, призываем. Ой, блядь, зря я призвал. Надо бегать с охотника. Погоди, у меня оружие. Я в сон починиться. И уровень поднять сейчас заодно. А где это кукла? Кукла-смукла. Починить. Ой, сразу же можно усовершенствовать. Где там моя ЧКГ? Отлично. О-о-о. Так, все, у меня теперь еще одно максимально прокачанное оружие. Так, теперь она обычно на могилке. Да, вон она. Вот, кстати, моя могилка. This grave stands in memory of a hunter I once knew. Though enchanted by the dream, he remained strong and eventually saw the light of dawn. I pray that you found meaning and comfort in the waking world. Это она про меня. Very well. Let the echoes let me... Такс, ну, еще раз оттенок крови, по-моему, максимальный получается при 20, что ли. Не, давай сейчас тайную откроем. Ладно, пофиг, да, пусть будет так. Farewell, good hunter. Так, что нам еще может потребоваться? Какая-нибудь дрянь, типа. Это у меня полно. Ну, можно еще этих штуковин накупить. Или нет, нет, ничего не буду покупать. Умру так умру, черт возьми. В конце-то концов. Хоремергон, тролливание. Или хоры, хоремергон. Сейчас мы, по сути, приближаемся к последнему боссу. Ну, предпоследний, ладно. Следующий будет охотник Герман. Первый охотник Герман. Вот, вот его не будем сегодня точно убивать, потому что... Потому что почему? Потому что мы хотим убить и Брайтес, и всякую остальную шваль. И... Так, где мое любимое одеяние? Угу. Ладно, это пофиг. Я забыл, какие. Мне больше всего нравится. А бугольного охотника, по-моему. Пофиг. Где он там? А, он уже наверху, понятненько.
с какой стороны собирать не будем. По барабану. Эй, чувачки. Алло. Эй, пидор. Так, еще там сверху один. Давай только... Да. Давай, сейчас он покажет мастерство фистинга. Как делать фистинг. Вот так. И потом засовываешь кулак в анус. Красавчик. Артём, сорян. Мы вдвоем с поняшей. Хотя, чё бы нет. Собственно, пароль Jews, как евреи. Ёб твою мать! Свинюшки! Ну ты ж пидор! Такс. Мастерство фистинга. Нет. Вот на этих хреновинах так круто набирать. Я у меня только что на уровень на целый набрал. Птумерианская королева. Самый-самый последний босс в игре. Где? Куда он побежал? Он пошел дальше убивать синюшек. Так, стоп, кисель, там же конец. Вот он. Не-не-не, не конец. Герман еще. И надо еще открыть шорткат. Ну не убивай ее, ну что ты. Зачем убивается? Блять, не, нет, сука! Ух ты ж, каким образом я выжил. Jews, евреи в множественном числе. Блять, не в ту сторону, а нет, в ту сторону. А где протовас? Не понял. Или он уже на арене? Да, уже похож на арене. Что ты ждет? Так, её, на нее лучше всего, по-моему. Пока эти набираем, нам нужны, по-моему, вот эти. Ну ладно, давай добавим еще и второй тоже. Сейчас. Та-та-та-та-та-та-та. Где там чертова? Вот. Покажи на стриме, откройся. Сейчас. Ну, в принципе, мы снова сейчас будем. Вон, Jews. Видно? Но мы все равно пойдем сейчас босса убивать. Все, го. По-моему, здесь молния лучше всего, или огонь. Молния. Я реально забыл, какая шла, какой лучше. Какая протирка. Может, поняшь, помнит.
Да. Блять. Ай, нет, не ту. Да, правильно, понял, помню, правильно. Оп, это огненная притирка. Не убегаем, убегаем. Ах ты ж, Питер! Блять! Она двоих убила? Нет, меня одного. А, нет, двоих. Ну ладно. Все точно, я ошибся с тем, что это не молниевая протирка, а огненная. А, тра-та-та-та-та. Кстати, у нас уже будет трио. Вроде. Ну и чё? О! Так, с молниевым бумагу можно убрать. Ну, я не думаю, что надо стоит взять третьего сейчас, в принципе-то. То есть, придет, не придет. Просто непонятно, придет, не придет. Лол. Ладно, подожди его наверху. Жду арены. О, кажется, Артем.
Сейчас посмотрим. Да. Артём, привет. Подожди, ждем. Ждем. Ждем третьего. Стоп, я здесь что не... А, не, все нормально. Колокол, я же уже позвонил, он просто сейчас должен призываться. Ну мы втроем его, конечно, вообще как ребенка должны убить. Просто заспамить. Че там понешь? Где? О, есть. Блять! Просто как ложка. Нет, 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 нет. Да блядки. Шмрет. Так, с кого убила? А, Артём убила. Ой, блядь, 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 блядь. Так, в таком состоянии лучше ее не мочить. Да блять, отъебись. Да ёб твою мать, нет, 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 нет. Да сука! Так, во-первых, звоним. Во-вторых, бежим. Да, эмоции прут. Как первый раз проходишь, мадам?
Так, ладно, ждем второго. Если третьего. Это мерзкая фаза, когда от нее надо бегать, и она быстро убивает. Простите. О. Да блять. Да блять. Просто какое-то избиение. Где там она? А вот. Блядки! Хильте, 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 хильте! Сука! Хильте, хильте! Ас, ас, ас! Убегаем, убегаем, убегаем! Твою ж мать! Еще раз хильте! Успел! О, блядь! Ёбаная фаза. Ой, надо душу сейчас собрать. Ух. Так, с фазой-то пережили, где там эта мразь? Такс. Это, блядь. Такс, кто умер? Поняш умер. Убегаем, убегаем, убегаем. Блядки. Да блядь, я нажимаю отбежать, он мне... Спасибо, бро. Фух. А эти твои я забрал уже? Душки что-то мне как-то мало. А, нет, нормально. Все, можно еще один уровень. Так, поняш, все, но в принципе я тоже уже немножко подзатрахался, уже почти 12 ночи. Сейчас только починюсь, увеличу уровень и, в общем-то, все, мне кажется, можно уже прощаться. Спасибо всем, кто смотрел, как мы набасили. Всех люблю, всех целую. Давайте, пока, до завтра. Завтра пойдем убивать Брайтус, дочь космоса. Артем, присоединяйся завтра тоже. Так, как там?